Всем привет! При словосочетании «бюджетный телефон» я сразу вспоминаю какой-то кнопочный невзрачный телефон с камерой 0,3 мегапикселя, с маленьким дисплеем и с никакой функциональностью. И действительно, сейчас в магазинах полно дешевых телефонов, но есть также и смартфоны намного круче, которые стоят почти так же, но в плане использования стоят совсем на другом уровне. Недавно я уже вам рассказывал про бюджетный смартфон BlackView A80 Pro, продажи которого компания BlackView анонсировала на сегодня. А самое приятное в этом анонсе – это его цена. Она составила $79.99, что просто обалденно. Они что, себе в убыток делают или что? Цена ж просто огонь. За эту суперцену покупатель покупает квад-камеру, то есть 4 камеры, основная камера, которая на 13 мегапикселей от Sony, сканер отпечатка пальцев на задней панели смартфона и мощную батарею на 4680 мАч. Также телефон получил большой 6,5 дюймовый дисплей с разрешением HD+, 8-ядерный процессор Helio P25, 4 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения картами microSD. Предусмотрена также возможность использования двух сим-карт и глобальная поддержка 4G. Я недавно отцу купил обычную кнопочную звонилку, похожую на Nokia 3310, и она стоила немного больше $50. А тут за 79 совсем другой телефон. Сегодня, 29 ноября, не только начнется предзаказ на новую модель A80 Pro, но и будут большие скидки в их магазине на AliExpress. Скидки будут проходить до 50%. А при использовании промокода FRIDAY10 вы получаете скидку $10, которая действительно от заказов от $100. И с промокодом FRIDAY15 скидка будет $15. Соответственно, она действительно от заказа от $150. Так что рекомендую зайти к BlackView в магазин и посмотреть их гаджеты. Они много интересных смартфонов сделали. И бюджетники, и неубиваемые смартфоны. Будет что выбрать. Я тоже пойду сделаю заказ на BlackView A80 Pro. Цена-то шикарная. И позже расскажу вам про него в своем обзоре. Также BlackView запускает глобальный конкурс, в котором будет целых 10 победителей. Ссылка на конкурс и на его условия есть в описании. И если у вас был или есть телефон от BlackView, то обязательно пишите, как вам он. Мне интересен ваш опыт использования. Всегда проверяйте характеристики гаджетов, которые вы покупаете, и смотрите отзывы других покупателей, и будет вам счастье. Всем спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал. Дальше будет еще много-много интересных роликов. Жмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить уведомления про новые ролики. Спасибо, что смотрите, и пока-пока!